Здорово! Сегодня мы смотрим на мобильную игрушку Super Mario Run. Сразу говорю, это вообще не тот Super Mario, к которому мы когда-то привыкли. Это наглая эксплуатация имени великого итальянца. Это обычная бегалка, где надо одним пальцем тупо нажимать на экран. Причем даже Марио сам прыгает. Сам перепрыгивает врагов. Я не знаю, он сам бы проходил уровни уж тогда вообще. То есть, в принципе, какое-то безумие. Я не знаю, для кого это сделано. Честно говоря, играть в это не хочется. Nintendo еще просит чуть ли не более 600 рублей вот за эту в полной версии. То есть, ну, совершенно упоротые ребята. Ну, блин, я не знаю. У меня один негатив. Я попробовал сегодня поиграть и... Для меня Nintendo совершенно превратился в какую-то контору, которая эксплуатирует просто свое имя и ничего не предлагает конечному потребителю. Печаль, тлен и расстройство. Это не тот Марио. Тот Марио, видимо, все-таки все.